сюда кошечки. А ты где кожу больше осталась? Давай тоже на тебе в церковь-то сходить как-то. Так ведь мать исходила бы, так с малыми-то кто останется? За ними ты гляд нужен? Тоже верно. Пойди натворять всего, так не могу их оставить. Тоже верно, тоже хорошо. Ты верно, все посетила? Посетила, все сделала. А я не понял, при чем тут верба? Зачем вы ее не наломать умеете? Ты большой ведь ничего не знаешь, ничего не видишь вокруг. Ведь пост, смотри-ка, изготовлено на сегодня воскресенье. Верное воскресенье сегодня. Праздник. Ты, Матей, домой пришла до тебя? Домой не забеганула? Что, давно не виделась? Так, возьми вербочку-то, да сходи, сходи. Верба, верба, вербочка. На то воскресенье, ребятушки, послушайте-ка меня, я расскажу. Это ведь праздник такой, церковный. Он, конечно, не такой уж большой, но в народе-то тоже почитаемый. Да, тихонечко. В народе почитаемый – это Иисус Христос. В сегодняшний день пришел в Иерусалим, на ослике въехал. А он много чудес-то разных совершал, когда по земле такой был. Кто там слепой был, да исцелял, кто ножки у кого болели, тоже помогал всем людям. И люди-то про все про это прослышали. Да, и вот так его они уважали, почитали. А тут вот во вчерашний день Лазарева суббота ведь называется. Я о чем говорила вчера. А вот у него товарищ был Лазарь. И Лазарь-то помер. А уж много дней-то прошло. Как он помер? 4 дня, наверное. Иисус Христос-то пришел, и все, он его воскресил. Так вот. И люди-то про это чудо-то такое большое узнали, и уж тут его встречали на воскресенье, и пальмовые ветки бросали. А у нас ведь на севере-то ничего нету. А поглядите-ка, все деревья мертвые. А наша вербочка-то, ну-ка покажи-ка, Севушка-то, как она. Поглядите, а она проснулась, разобралась вся. Вот какие у нее вербушки распушились. И вот у нас так принято второе название вербного воскресенья. Народ эти вербочки берет в честь праздника и ставит божницу на целый год. А, вот какой этот большой праздник-то. Ну ладно. Веточки пощипайте, все не пьете, это потом оставим на день. Ой, кто там идет? Да? Девка, что ли, прилетела? Мать, мать, ты знала, кого я там встретила-то на улице? Марья Дмитриевна. Марья Дмитриевна? Да, так что, беги, зови, зови. Позови ее, пришай погостить. Ну, сбегайте, вы тоже, сотниц позовите. Сотниц позовите. Ага, слетайте. Барышня, давай перейдем маленько немножко тут, да? Что это? Тряпочки собери, да ты сольницы придут. Давай это приберем маленечко. Ага. Сольницы в гости придут. Мы ее с праздником поздравим. Всех поблагодарим за все, да? Ой, Марья Дмитриевна, малышка ты наша. Здорово, здорово. Здорово, здорово, дорогая. Ага. А присаживайся, располагайся, не застой. Уже возникает шапка у меня. Помогайте, бабушки-то, помогайте. Ох, вот классный. Бабушка, ты там уж присядь. Уже посижу маленько. О, вот так. Погрейся, погрейся, у нас тепло. Да, поведешь-то, удержишь. А приду-то домой. Домой иду, попадаю, да. А вот и шла, да. Пора то хорошо по нас тут уйти. Да. Нас тут такой твердой, но не хороший нас тут. А к легкому нас тут убежать. Ой, так ведь да. Невеликая сама Махонька, так тебя нас-то держит. Да, и солнышко-то светит.
запахло. Весна, весна, весна. О, а у вас тут ровятку сколько? Да, у меня ровятка-то все тут еще одна бежала. Да, а я ведь из Благовещенской ярмарки иду. И не входила на ярмарку, да. О, там сколько народу бежала. Ровятки, идите, посмотрите, я вас пошутать буду. Да, ярмарки, идите, покажите, душки там продавали. Так, держи.
ну где она пропадала? А ты вот, голубушка, к нам накатилась. Пришла. Хорошо, хорошо. Ну-ка, сказывай, рассказывай. Чего там видала? Москва-то была, чего и подскажешь про нашу трудную жизнь? Да. Государь, говорят, ты а веришь. А ты сейчас слухи-то ходят, что тебе звание нету в Португалии. Народные артистки, так это что-то было. А что ты? Дали. Что ты, Катерина, какого бы звания? Не знаю, слухи ходят. Да, звание. Она и так, как не народна. Да. Она все при народе. А? Все, да, на дороге да на такси. Да. Визбы да на дороге. Да. Вот его свиньки, а? Это народ мой. Где народ там, я у нас? Там, там. Да. Сказывай, что в городах-то не осталось. Ой, так где только и не бывало. И в Желке ведь в Москве бывало. Господи, да. Благословись, куда тебя занесло. А ведь все, как в моих песнях поется. Неужели? Да. А в Москве-то каменно. Да, дома каменные, да не земля и та каменная. Да что это каменная? Не в машину, но на каменную. Уж така Москва вся каменная, как в моих песнях. Да, а к Калиновку приезжала. А ты там не осталась на том свете? Не-не-не, прошла по Калиновскому ступу. Да. А Ивана Грозного на портрете своими глазами видела. Своего царя. Не испужалась? А в городах жить-то не могу. О, не-не-не. Там и дышать помете. Да, все каменно до его. То ли дело, в деревне тот. И нам ему дорого тут. А я шла вот по нас туда гляжу. У ручьев-то да у реки-то там сколько. Ветрушки-то зацвело. Да, 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 но не все хорошо. Хорошо, уж клету поворотила, клету. Спасибо, да. Так я гляжу, у вас тут тоже ветрушки уж есть. Да. Ну-ка, дорогая. Город-то хочешь, спросила. Да. Все хотелось город. Да. Спрашивай, ну, спроси, спроси. Да. О, моя-то все, а там город хочет, говорит, хочет город, а хочет. Как там, город-то, мне бы так побывать, ой, как хочется, Марина. А что нет-то? Еще побываем в городах-то, да. Я вот Ноня в Пине приходила, да на ягод не была, а к тебе вот тут подарок. Гляди-ка, какой хороший. О, пенсию растрясла. Ууу, гляди-ка, наша девка. Московскую. Но гляди. Ну, натяжной долги. Ноня, девушка, хваленка, но скоро уже глядишь и замуж. Ой, что-то за замуж еще. Да. А у вас еще и там верху много. Верху, на все это. Ну вот, я вот возьму эту верхушку-то. Сперва ведь надо верхушкой-то рубят, слушайте, похвостать, чтобы здоровы все были, да хорошо росли. Ну-ка, пойдите-ка все, Александр Сергеевич, на мои месте. Кто хочет здоровыми-то быть, да пойдите. Ну-ка, все. Во-первых, лёд, воняйте, нет. Так я теперь вас... Ну-ка, давай, Никита. Какие послушные. Так, вставай, слушай. А то теперь ведь верба-то не я бью, а верба. Верба, верба, верба плёс, верба плёс, бьёт до слёз. Верба дело, бьёт на дело. Верба красная, бьёт на красную. Не я бью, верба бьёт. Будьте здоровы. Вот и я поплещу, как вербочка-то растёт, так и вы у меня растите. Растите, мои голубеюшки. Да, вербой-то быть, а к здоровыми быть, ну-ка я по жопке тоже и по жопке. Первый раз корову-то будешь
там выгонять. А кукуш, тоже вот эту веточку-то поможет. Не будет блудить, домой будет ходить. Надь, у меня тут блудливо была. Дойна будет? Хорошо, молока будет давать, да. Сделаю, Матюшка, сделаю. Вот, идеально. Ну, это тогда сынок поделится. Еще не выглядит. А что со старой делать еще? А старую прошлогоднюю кидать. Это не надо сжигать, сожгешь, да это в узелочек складешь, заряжешь, а у вас не Господь, какого удобно чего случится, а потом ты и посыдешь. А то я тебе еще чего скажу. А вы не слышите пора. А потом еще возьми вербушку, чтобы козды лед пронесешь, будет чистая вода. А ты вербушку тут возьми. И поглядишь, куда она поплывет. А как поплывет далеко от берега, а где в казалку поплывешь, далеко-далеко. А как к берегу то прибьет, так тут жениха-то найдешь. Хороший будет жених. Переживай, все будет. Да-да-да. А вот уж не бросай вернуться, не поплывешь. Выкаталось красно солнышко, заварить.
Да. Румята. Ой, мойся, а ведь когда будешь баскяша, и так хороша, а будешь баскяша. Да. Тоже можешь и не спереди, то хозяйка держи, ну еще было. Яковлевна, так разреши-ка нам закличку спеть весеннюю и попросить у милосердия Спасского весны ранней, да лета теплого, да году доброго. Да хлеба дошлого, а значит весна. А шуршовочки давайте споем, споем, чего лет? Только жонки не вовсе весело. Помните ли в прошлом-то году в Пиниках-то? Да. Молодежь-то собрались в доме-то, да расплясались, да весело-то распелись, а в дома-то со всей под землю ушел со всеми. Со всеми молодежью? Да. Бывало, бывало, да. Да. Вот, но ведь бабушка-то все говорила, великий-то пост. Не смейте скромку-то, не пляшите, песен-то веселых не в пойке. Да. Только разрешала нам старик всякий рассказывать, исторические песни потихоньку петь, баллады рассказывать, еще духовные песни петь. А мы давай уже, а она как духовно, да. Так ладно, женочки, ведь сегодня все-таки вербное воскресенье, и в пище послабление есть. Да и мы им хоть ребятушкам ослаба будем, маленько. Давайте какие хоть смиренные какие-то. Да, они тоже станут с нами, но только пока бабушка будет. Теткам-то идите подавать. Oh,
Пошумим, пошумим! Пошумим! Ой, давайте! Давай его пришать.
поїдать, как у сокола. А ушочки тогда как маков цвет. Вот какой ты тоской. Спустись-ка это ко мне на земелку. А петуху послушался лисицыны басни. Ты спустился на земелку-то? А она бы вот надо его сцапала. Хочешь целиком поглунуть? Да. А петуху и гублин. Мать и лисица. А я в Моне был в монастыре. Там меня записали в попершики. Там мягкие просвирки, да сладкие орехи. Хошь ли я тебя в просвирке запишу? А лисица-то голодна. Хочу. Ты спустила петуха-то? А петух взлетел этот на высокое древо. Да сверху ты его бит. Мать и лисица, а к мягкие ли просвирки ты? Сладкие ли орехи ты? А лисица-то пошла, забыла. О, уж где я не бывала, а это кого-то страху не видала. Вот ведь как петуха пристрамил, а так и пошла угодно. Вот как это сказано. Не что, лисица обманывает-то, да? Да, Мария Дмитриевна. Вот, Мария Дмитриевна, ты какую-то новую нам сказку принесла. Да. А, помнишь, Лео, о прошлом-то годе ты у нас была? Да. О, сколько много ты тут нам помогла, с ребятами засидела. А вот тут мы краем туха, конечно, слушали тоже. Вот только помоги нам зачать. Песни тут. Переняли кое-что у тебя, да? Так, ну-ка уже, давай-ка. Не пилицу там, да? Дай-ка я встану, да. Пусть сидят они тут. А вы, ребятки, ведь тоже знаете, да? Да, вот давай. Ну-ка уже, я как с вами встану, а тут положу бы вам. Давай. Ну, так, сядь. Старину свою достану давную, старо-прежнюю, старо-прежнюю, да
признались, что? Да. Давайте еще поиграем. А по что хотите поиграть, пиши? Ну, чего хотите поиграть-то? Вас знаете? Дитёру. Ну, так давайте поставайте. Больше берите молодцы. Ну, подавайте побольше. Давайте. Делайте молодцы. Учись так с ребятами поиграть. Мой денег дедушка тоже сын. А бывает, нам уроки это сдать делать. Давай. Ну так, держи там. Да. Эй, большие. Держи, Вася. Кто первый? Да ты первый. Дедёра шла, ночь твоя шла, колодец по сумке-то
б'є палкою, коли не поє сумка-то. Вот в какую-то деревню они пришли, сумка-то не поет. Я жила-была у батюшка, да одинакая дотюшка, да и звали меня Машенькой, да и шили мне коробочку, да потяточку, да послали меня за ягодами в лес, да за терной-то смородинкой. А как и встретился мне старчишок, да посадил меня он в сумишок, да обязал меня клюкишок. Ой, ходят так они из одной деревни в другую. Страннику-то подают, ну, кто там деньги даст, кто шанник там, кто чего, в общем, даст. И пришли они в ту деревню, где Машенькины-то родители. Услыхали Машенькины родители, как сумочка-то поет. Так и говорят: дедушка, ак поем-ка с нами, к нам на двор-то, ак пусть твоя сумочка-то у нас попоем во дворе. Пойдем. Ну, пришли во двор-то, сумочка-то и опять запела. Я жила-была у батюшка, одинакая дотюшка, да и звали меня Машенькой, да и шили мне коробочку, да мне послали в лес по ягоды, да по темную смородину, да мне встретился старчиша, да посадил меня в сукишо, да обязал меня клюкишо. Ой, услыхали они во дворе-то, как сумочка-то поет, родители-то Машины. Догадались ведь, наверное, да? А вот и говоря: дедушка, а ты пойди-ка в баянку-то. Пойди, баянка-то у нас топлена, баянка-то у нас изготовлена. Помойся, пойди. А сумочку-то тут поставь. В избы хоть поставь, мы ведь не заденем по сумочке-то. А можно ты на крылечке оставь? Не заденем, дедушка, ничего. Пойди в баянку-то помойся. А що, бати в бані, то і неплохо помитися-то? Так да, пойди, ми тебе від всього надаем, не бойся нічого. Помоїся, так ми тебе і денег надаем, і ми тебе і накормим, ми тебе і чаем напоїм, только в баянку-то пойди. Ну що, согласился он идти-то в баянку? А как он в баянку-то ушел? Ну, тут уж, конечно, они Машеньку-то вытащили из сумки-то. А сумку-то всяким тряпьем набросали туда, да за ворота-то и выбросили. Вот какая сказочка-то. А Машеньку-то уж больше никуда не спускали. А мужик-то в бане? В бане. Потом они его прогнали все. Да, вот тут так вот. Бани ну, сказочка-то. Небось, вот так вот в лес-то ходить. Да. Да, ведь что, не заблудиться. Да. Не ходите летом-то в лес одни с мамой. Так что? Еще, да? Может, загадки кто загадал? Загадки, да? Да, ведь все знают. Я на загадки. Будете загадки. Я пока с ребенком. Кто первый? А ну-ка, давайте. С большой начнем. Понимаете? Я давайте. Ну-ка, слушайте все тихонько. Чтобы угадывать. Да? Слушайте внимательно. Говорите. Тает снежок. Зеленеет лужок, верба расцветает. Когда это бывает? Весной. Весной. Сама мама молодец. Когда? Ласки везет потом обратно. Ручеек. Ой. А я думаю, видишь, как лаки. А ну-ка, раньше-то бы видя, то я куда чую, так что ты тоже отгадывала. Ну-ка. Пушистые комочки расселись на пруточке. Что это? Верба. Ой, это барашки такие. На ветку сережки, на ветку сетки, там и тут. Их люди к празднику несут. Подожди, ну громче. Может, там тетеньки вон хотят, он тогда.
Загадывает, слушаем. Белые овечки, белые посвечки. Ветва! Ветва! Нет, не угадали. Ничего, ну ты еще раз. Верба, сегодня Верба, 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 всем соблюдать это, да. А мне бывает, думаю, что пора идти, ведь надо мне попадать за светло-то, а вот не ушла сюда тогда пир. Затемнаю маленько. А что ты, Маришка, ты ночуй здесь-то, ночуй. Ребятки, пусть она ночует, бабушка-то, да? Конечно, ночуй, на ночуй, а взадаются чечка-то и пойдешь сразу. Заночуй у нас, там веселее будет. Да и жёночки-то давно не собирались. Ну да что ведь, ладно. Ещё мы не закликали солнце до весну. Ну-ка, а давайте-ка, ребята, выйдем на улицу. Ну-ка, покричите, кого видите, я знаю. Выйдем, да. Громче солнышку-то. Ну-ка, давай, да, чуть-чуть. Ну-ка, поглядите-ка на небо. Дочка, дальше. Да, поневики меня научены, Мария Дмитриевна, как в прошлый раз ты говорила. Yeah.
Какой праздник сегодня в вашей избы? С праздником весны, праздник этот новую жизнь, праздник этот, как и Рождество, праздник это детство, праздник наших надежд. Пусть он будет у вас всех добрым, светлым, летечко теплое, чтобы скорее наступило, и поменьше было у нас у всех проблем, таких страшных, которые иногда обрушиваются внезапно на нашу голову.